Крутые у тебя татухи. А что за цифры на руке? А, это день смерти отца. Он был спасателем и погиб на пожаре 17 лет назад. О, господи, извини. Да ладно, все окей. Тук-тук. Кто там? Не твой отец. Что ты с ним возишься? Ему 24, дорогуша. Что выросло, то выросло. Гони его в шею. Не волнуйся, мам. Твоя дочь повзрослела, поумнела, поступила в колледж и бросила нас. Но я с тобой. Я буду с тобой всегда. Да. Я хотел стать тату-мастером. Но у тебя нифига не выходит. Обама явно сломался. А мне нравятся твои татухи. Это моя любимая. Понимаешь, я тут начала встречаться с одним человеком. Первый твой мужик за 17 лет тоже пожарный, как отец? Тебя ничего не смущает? Сделай хоть раз в жизни что-нибудь полезное. Отведи детей Рэя в школу. Келли, ты его знаешь? Он наш новый друг. Не бойся, мне ты можешь сказать. Все хорошо. Я ее натаскал, она не расколется. Не подумывал примерить форму? Что за странные вопросы? Разве быть пожарным плохо? Неплохо, если детей нет. Потому что однажды ты не вернешься с работы, и это разрушит их жизнь. Да ты кого угодно можешь довести! Самый нормальный человек потусуется с тобой и превращается в Джека Николсона из «Сияния». Ты хотел меня утопить! Я все маме расскажу! Это лягушатник, а в тебе 3 метра роста! Послушай, твой отец был героем. Людям нужны герои. Они тоже имеют право на семью. Время летит быстро. Как думаешь, зачем я курю? Чтобы его притормозить. Король Стейтон Айленда. Мне кажется, я никогда не оправдываю ничьих надежд, вечно всех разочаровываю. Спасибо, что выслушала. Хоть кто-то относится ко мне по-человечески. Всегда пожалуйста.